Порядка 40 вопросов за 3 часа поступило на очередную прямую линию, которую провел мэр Магадана Юрий Гришан. Вопросы горожан в основном касались таких тем, как начало отопительного сезона, нового учебного года и благоустройство города. Так, жительницу областного центра интересовал вопрос, связанный с организацией комфортной остановки на месте ранее демонтированной на проспекте Ленина. Смотрите, мы сегодня поставим лавочки, чтобы можно было пожилым людям присесть. И следом придут, это не Магадан, это Новосибирск изготавливает эти остановки. Вот, и мы туда остановочку эту поставим. Львиная доля обращений была связана с началом отопительного сезона, который стартовал в Магадане 4 сентября. На заполнение систем, открытие задвижек и сопутствующих технических работ необходимо несколько дней. Между тем, многие были обеспокоены качеством горячей воды или вовсе ее отсутствием в батареях. Мэр Юрий Гришан пояснил, поводов для тревог нет. Я думаю, что вот этот период запуска отопления, он где-то к среде четвергу закончится. Сегодня с электронным совещанием мне докладывали, что порядка 58% жилфонда города Магадана и социальной сферы уже подключен. Магадан, он живет в открытой системе горячего водоснабжения, и люди должны об этом знать, что мы вообще-то пользуемся горячей водой системы отопления. И когда идет запуск воды в систему отопления, после этой статики летней, после опрессовки, промывки систем, какое-то время может быть дискомфорт. Напомним, прямая линия работает по понедельникам, средам и пятницам. А в ее рамках на вопросы магаданцев отвечают глава областного центра, его заместители, а также руководители городских департаментов, управлений и отделов. Телефон прямой линии 62 50 65.